Ребят, пока не могу снимать для вас истории, так как находимся в очень интересном месте, которое не могу пока снимать, так как вы узнаете об этом месте в новых роликах. Поэтому вы можете пока позадавать интересующие вас вопросы мне вот тут вот. Буду отвечать на вопросы, а вы смотрите на вот этот вот вентилятор. Когда следующий влог? Влог не знаю, а новое видео будет в течение 2-3 дней. Ребят, сегодня произошла такая ситуация, и это не первый раз в жизни такая ситуация у меня происходит, но пока вот эту ситуацию я запомнил, расскажу вам, а вы пока смотрите вот на этот вентилятор. В общем, гуляем мы сегодня такие вот, и проходим кафешку, а там в этой кафешке играет круто так типчик, просто нереально. Мне так по кайфу. Короче, мы все вместе, я, Настюха, родители остановились, послушали пару его песен. И я думаю такой, блин, как же было бы круто, если бы он сыграл там определенную песню. Я ее себе в голове прокручивал, думаю, блин, вот так хочу, чтобы он ее сейчас спел, сыграл. И, короче, родители уже говорят, типа, пойдемте. И только мы собираемся уходить, он начинает играть эту песню. Но согласитесь, что он мог сыграть любую другую песню, но не эту. А он сыграл ту, которую я себе вообразил в голове, и этот сценарий произошел. Сценарий, который я себе представил. То есть, блин, вот как теперь не верить в чудеса? И на самом деле у меня в жизни таких много ситуаций было. Если хотите, то голосуйте, я вам еще одну ситуевину расскажу. Тут можете проголосовать. Всех очень интересует ответ на этот вопрос. Ну, я отвечу. 17 лет. Так, последняя история, и я ложусь спать. В общем, лежу как-то ночью, в 3 часа ночи, мечтаю о том, куда поехать отдыхать. Кое с кем лежу, точнее, этот кое-кто спит, а я лежу, мечтаю. Залез в Booking, смотрю гостиницы, отели. В общем, приглянулось мне один отельчик в Черногории, понравился тем, что там крутой вид, бассейн, инфинити, все дела, крутые виды и так далее, классная природа. В общем, помечтал, посмотрел, пофантазировал, лег спать. На следующий там день-два мы должны были ехать в Крым, не получилось. Я обратился в турагентство, пообщался с ними, сказал, подберите классные отельчики. Они подобрали 4 отеля, мне они не понравились. И говорю, ищите еще. Присылают мне отель один и говорят, у вас есть типа 2 часа, чтобы определиться с этим отелем, потому что заберут места. В общем, я перехожу по ссылке, смотрю этот отель, а это оказывается именно тот отель, который я смотрел в ту ночь. В общем, я забронировал, и мы полетели туда отдыхать. Короче, ребята, последняя история на сегодняшний вечер, кое-что просто вспомнил. В общем, в том году, в 2019 году зимой я мечтал о Audi Q8, что было бы неплохо через год ее приобрести. Прошло полгода, а я уже ее могу приобрести, но я ее не хочу приобретать, так как она мне уже давным-давно не нравится. И типа я отказываюсь, получается, от своей мечты. И поэтому, что могу сказать на этот счет, нужно думать глобально, мечтать по-крупному и не ограничивать себя в своих фантазиях, мыслях и мечтах. Какими они бы смешными не были, мечтайте. Если вы будете мечтать, то вы будете намного ближе к своей мечте, к цели, чем те люди, которые не мечтают. В принципе, спокойной ночи. На этом сегодняшние истории и сказки закончены. Я спать. Ой.